Давайте посмотрим на новинки в Заре. Вот здесь микс металлов желтого и серебристого. В этот раз много кристаллов в Заре. Посмотрите, какие вот небольшие сережки под гранат. Совсем малышки. А вот такие вот немного покрупнее. Посмотрите, какие здесь интересные кристаллы, как они интересно подобраны и обыграны. Во-первых, обрамление у этих кристаллов цепочка. Вот вы видите, вот вокруг этих вот пятачков цепочка. То есть такой, как бы, можно сказать, бардачок. А вот интересные кристаллы. В несколько рядов они располагаются. То есть такое, как птичье крыло, мне напоминает. И тоже они не очень крупные. Красиво. И как всегда, у Зары есть натуральный жемчуг. Вот такие длинные, очень длинные серьги. Все жемчужины настоящие. Для вайрлокера плевое дело, конечно же, сделать такие. Стоят они 16 евро. А есть вот такие кристаллы на жестком креплении, такие вот на палочках, как бы среднего размера. С одной стороны скромные, с другой стороны блестят красиво. Ну и в Заре есть заколки. Очень красивые, трендовые, на любой вкус. Посмотрите, вот, конечно же, жемчуг искусственный. А потом вот заколочки есть большие, а есть, смотрите, какие малышки. То есть, смотря у кого какие волосы, тот размер и берите. В этом сезоне Зара просто убивает своими украшениями. Это какой-то просто отпад. Посмотрите, вот эта жемчужина натуральная. Лепесточки немножко шевелятся, поэтому их нужно расправить. Серьги, ну, сравнительно легкие, но не знаю, нужно, наверное, мерить. Такие обалденные цветы. Потом вот такие кристаллы есть в виде геометрических фигур. И вот такие вот жемчужины искусственные на кольцах. Мне не очень нравится. Все-таки с натуральным жемчугом гораздо интереснее. Вот такие небольшие колечки со стразами. Красиво смотрятся. Следующие серьги просто бомбические. Это вот эти. Здесь натуральный жемчуг. Маленькие жемчужины. Наверное, не настоящие. А вот эти вот крупные, настоящие. Посмотрите, они в нескольких уровнях сделаны. То есть они настолько объемные и шикарные, что цена 13 евро – это, ну, даром, я считаю. Эти серьги очень нарядные для вечернего выхода, просто отличные. И вот еще одни цветы у Зары, крупные, с каскадами. Очень красивые, очень нежные. Они не гвоздики, а они на длинных швензах. Обалденные. А вот эти серьги очень большие. И жемчужины здесь, конечно же, не настоящие. Но очень оригинально сделаны. Очень оригинально. Вот эти цветочки из ткани. Настоящая жемчужинка,
Значит, цветочки, они вот так вот отдельные, но когда висят вниз, вместе соединяются. 13 евро. Вот эти вот серьги напоминают серьги Марни. Вот это вот настоящие жемчужины маленькие. И лепесточки, видите, они подвешенные на колечко, они шевелятся. Очень красиво. А следующие серьги мне очень понравились. Обратите внимание на вот этот вот элемент. Он очень красивый, такой неординарный. И три жемчужины. Но не написано, что это Real Pearls. Это, наверное, скорее всего, искусственные. Но я бы, честно говоря, их отцепила, эти жемчужины, и носила бы только вот эту часть. Стоит 13 евро. Друзья, Zara просто поражает, конечно, в этом сезоне. Посмотрите тоже, какие многоуровневые серьги с искусственным жемчугом, но они очень классные, красивые. А вот Zara взяла пример Swarovskis и наплела вот таких вот веточек из проволоки. А посмотрите, какой чокер шикарный. Его можно носить вот с вот такими вот небольшими сережками. Но самые классные здесь вот эти вот каскады. Они легкие и очень длинные. К сожалению, в Заре примерить серьги нельзя, поэтому вот только вот так вот, вот можно приложить, чтобы примерно понимать размер сережек. А вот какая блуза с перьями. Красивыми. Я думаю, вы знаете, что я люблю перья. А вот эти сережки-малышки для любителей некрупных украшений и тех, кто хочет добавить цвета вот как раз вот к таким вещам. Стоят они 10 евро. А вот смотрите, какие милые сережки небольшого размера, без камней. Вот такие вот цветочки. Они соединяются друг с другом, то что когда будут висеть, будет интересно качаться. А вот эти вот уже покрупнее, очень крупные. И я думаю, что будут тяжелые. Но похоже на настоящие жемчужины, зато внутри. 13 евро. А вот это вот не серьги, а целые ордена. Смотрите, насколько они огромны. Для женщин размера XXL. В манго коллекция очень скромная. Мне понравились вот такие вот серьги под агат сделанные. Серьги с кристаллами, похожие на те, что были в прошлых сезонах. Ничего интересного. А вот эти вот серьги с дисками голубыми, немного напоминающие этнические, мне понравились. Голубой пластик похож на какой-то натуральный камень. И смотрится очень интересно. А вообще в этом году в манго у нас коллекция более чем скромная. Я смотрела на сайте, там тоже выбор очень скудный, в отличие от предыдущих сезонов. Вот такие тоже похожие на предыдущие этнические серьги, но золотые.
Единственное, что в манго есть вот такие интересные колечки с монетками, именно монетки в кольцах, редко где можно увидеть, и использовать этот набор Stacking Rings как микс между другими кольцами, которые есть в вашей коллекции. Ну, в общем-то, на стенде манго я не нашла больше таких каких-то особо интересных украшений. Вот еще такие же колечки. На этом я буду заканчивать. Заходите лучше в Зару, чем манго в этом сезоне.